На прошедшем заседании исполнительного комитета Гагаузии за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в сельскохозяйственное производство автономии и в честь 80-летия почетная грамота Башкана и Народного собрания Гагаузии была вручена Кройтеру Василию Ивановичу. У нас принято отмечать государственными наградами Гагаузии людей, которые внесли свой вклад в становление автономии, в развитие агрохозяйственного комплекса и других отраслей, заявил Башкан Гагаузии Михаил Фармузал. И мы не забываем тех людей, которые уже на заслуженном отдыхе находятся. Мы помним о том труде, о том вкладе, который они внесли в то, чтобы мы с вами сегодня пользовались теми благами, которые сегодня есть в Гагаузии. Трудом старшего поколения. Кройтер Василий Иванович проработал в сельскохозяйственной отрасли с 1948 года. Большое вам спасибо. Много очень не работали с 1948 года.